всегда говорим, что болельщики – это наш 12-й игрок. Это так и есть. И они не дали нам поплыть по течению в предыдущем матче, когда мы проигрывали 0-2. И как раз у нас в перерыве состоялся разговор о том, что мы не имеем права играть безвольно и должны для болельщиков отдать все силы, чтобы исправить ситуацию. Были очень такие непростые погодные условия, что требует дополнительного, как говорится, восстановления энергетических ресурсов футболистов. Поэтому мы 2 дня занимались именно этим, восстановлением, лечением болячек. Болячек было предостаточно. Соперник нас не щадил, играл достаточно грубо. Поэтому здесь вот восстанавливаемся. Сегодня провели тактическую тренировку. Завтра у нас день также будет посвящен, как говорится, анализу игры соперника. И на тренировке мы еще помоделируем те наши действия, которые будем применять в игре. В ближайшее время мы должны обрасти игроками. Это несомненно, потому что у нас маленькая обойма, и команда требует серьезного качественного усиления. Это однозначно. Пока я объяснял ситуацию, почему не складывается. У нас были трансферы уже готовые в финальной стадии. Игроки, к сожалению, получали травмы в последний день этого заключения договоров, играя у себя в клубе. Поэтому здесь нужны, как говорится, решительные меры. В самое ближайшее время, думаю, что у нас все-таки появится пополнение в виде квалифицированных футболистов. Это крайне необходимо в том плане, чтобы чувствовать себя, как раз придать команде уверенности, что за спиной у нас есть люди, которые готовы в любой момент усилить нашу игру. Не хочется, как говорится, забегать вперед. Все двигается в правильном направлении. Мы надеемся, что в ближайшее время у нас все-таки будут новички.